get together, brothers and sisters, to join in unity for independence. Господа, прежде чем судьи вынесут последнее решение, сегодня я хотел бы сказать несколько слов. Вот я только что бился со своей командой, участвовал в командном батле. Я хотел бы сказать, что самое приятное, что дает нам хип-хоп, я говорю лично про себя, это то, что он объединяет людей. Он объединил нас всех в одну большую команду. И это очень здорово. Среди нас всех царит взаимопонимание и любовь. И этим славится наша культура. Посмотрите, сколько людей разных вкусов, национальностей и возраста. И все мы здесь мирно и культурно проводим время в творческой среде. И это хип-хоп. Я призываю вас объединяться в команды, потому что команд, настоящих команд, осталось очень мало. У нас часто участвуют сборные, а команды фактически вымирают. Поэтому держитесь друг за друга, собирайтесь в команды. Это очень круто, это тяжело. Каждому нужно справиться со своим эго, полюбить своего друга, которого ты уже в процессе тренировок и выступлений начинаешь недолюбливать. Но это жизнь. Хип-хоп учит смирению, он учит настоящей любви, понимаете? И иметь команду — это очень здорово. Помимо всего прочего, опять же, на своем опыте могу сказать, что хип-хоп объединяет людей в семьи. Благодаря хип-хопу встречаются сердца и рождаются дети. И это вообще топ-левел хип-хопа, топ-любовь. Спасибо всем вам, низкий поклон от меня, от всей моей команды, которая организовала этот джем. Южный фронт, спасибо вам, ребята, за труды, всей нашей команде организаторов. Также спасибо всем партнерам, друзьям, спонсорам, нашему мэру, всем, кто нас поддержал.